Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы сделаем обзор на квас традиционный. И вот такая вот приколюшечка, корюшка за 80 рублей. О, свежая. Блять, мощь, блять. Вообще учу молодежь, начинающую, кальмарчики с пивком. Берете рыбку, голову раз. С детства, первый курс чушка. В магните продается за 80 рублей, вы к пиву. Тут глянь, тут дохуище. Ее вот хватает на полторашку смело. А если у вас компания собралась нахуй из 4 человек и скинулись по 20-ке нахуй на последние, взяли бахбир, 5-литрушку, в кольном коридоре в темном сели, вот этой приколюшечки на 4-х, ну, блядь, поли тут точно хватит. Ну, опять, без фанатизма. Лишний полез по ручке. Вот улики вот эти главные в школе не оставлять. Карман.